оставаться нельзя. Повезло. Отлично. Кажется, я его нашла. Тайный город. Попробую отыскать змея с серебряным глазом. Знаю, тебе больно, но... Малпутун! Спасибо. Кто ты? Зачем ты явилась? Я... Исследователь. Лара Крофт. Они вернутся. Нужно уходить. Взять ее. Ты не просто мой сын. Ты мой наследник. Ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Но, к счастью, ты цел. Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а не вас.
И не все это. Сектанты, зачем им нужен ваш сын? Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. В чем им нужно помешать? Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. Зачем он тебе? Украсть? Продать? Нет. Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Они опасны. Чем? Что они сделали? Убили моего отца. Я покажу вам кое-что. Вы знаете, что это? Это Пайтити. Ты сейчас здесь. Пайтити. Тайный город. Но что значит глаз? Это место смерти. Жертвоприношений. Ты думаешь, твой артефакт там? Да. Оттуда никто не возвращался. А я постараюсь. Такой риск, чтобы помешать сектантам? Да. Ведите его. Иона. Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. А Эбби? В порядке. Кто еще тебя ищет? Больше никто. Думаю, у нас с тобой одна цель. Ты увидишь змею с серебряным глазом, но твой друг будет здесь. Если лжешь, то не скроешься, а ему будет плохо. Давайте без этого. Да ладно. Пусть. Эцли, добудь ей одежду. Учу. Останься с ним. Вернусь, как только смогу. Ладно. А тут мило. Тихо. Как вас зовут? А, прошу прощения. Мне приходится проявлять осторожность. Я Унурата, законная царица. Эцли, я жду от тебя донесения. Да, сегодня утром было кое-что. Да. Я видел, как Хакан спорил с соседом. Мне показалось, что он очень зол. Когда я подошел, они вдруг замолчали. Потом стали смеяться, как будто услышали шутку. Он что-то задумал. Ты молодец. Спасибо. Эй. Как видишь, у нас в Пайтити тайны недолго остаются тайными. Если ты отклонишься от плана... Это быстро вскроется. Я поняла. Она поможет мне найти кое-что, что я потеряла. Можешь об этом не беспокоиться. В моем возрасте отец был разведчиком. Он был охотником. Грозным охотником? Иногда и грозным.
Но еще он был очень добрым. Привет, Пуали. Если хочешь, осмотрись. Когда будешь готова отправиться за ларцом из Чейн, приходи на рынок на том берегу. Тебе нужно что-то еще? Каламбил, уишетаил унурату. Махашнаци кабажи гнал. Удех! Удех! Мен ут, ты тендян чахих. Тенсас. Кикитано. Что это? Сектанты, ждущие явления божества. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но их глава займет мое место и попытается стать богом. Он верит в то, что сможет преобразить мир, создав рай на земле. Преобразить мир? Что? Я помню эти слова. Вот он! Я знаю его. Это доктор Домингес. Узрите!
орудие нашего единства и спасения! Скоро наши мечты о мире и спокойствии осуществятся! Они уже зовут его Кукулькан, но его настоящее имя Амару. Он родился здесь, но вырастили и изменили его чужаки. Народ верит в него. А ты нет? Мой покойный муж Сайри был его братом. Им по-разному виделось будущее Пайтити. Когда Сайри умер, Амару посвятил себя секте. Вы видели бурю? Вы боитесь больших бед? Но я позабочусь о том, чтобы Пайтити все пережил и процветал вечно! Я знаю Амару. Если он преуспеет, никто из несогласных не увидит этого рая. Мятежников казнят. Нет, если не найдут ларец. Именно. Нам нужно найти его первыми. Может, Амару еще поймет, что есть любовь и разум. Смерть иноземцам! Грядет возмездие! Хакан, довольно! Нужно ударить, пока этот змей у нас под носом. Время справедливости придет. Не рискуй всем, повинуясь минутному порыву. Эдсли, ты на разведку. Встретимся у склона горы. Все, хватит. Иди с Эдсли. Тебя узнают даже в этой одежде. Я принесу ларец. Обещаю. Вам же сказали поддерживать мир. Я просто вышла прогуляться с сыном. Амару теряет терпение. Это не повторится. Иона, можешь говорить? Ага. Мы с Учи разбили лагерь, все хорошо. Домингес здесь. Он предводитель секты Кукулькана. Унурату борется против них. Что? Он здесь уже не первый год. Тринити контролирует Пайтити. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Где моя мама? Улаживает дела между стражниками и Хаканом. А что там? Снаружи Пайтити. Ну, снаружи много всего. Мир очень большой. Больше, чем Пайтити? Больше, чем сотни Пайтити. Что? Возьмешь меня туда? Думаю, твоей маме будет что сказать на этот счет. То, что ты ищешь, скрыто там. Как я пойму, что нашла нужный зал? По запаху смерти. Если выживешь, можешь выбраться через старую систему орошения. Встретимся там. Будь осторожна, там могут быть сектанты.
Отлично. Пайтити стал для меня полнейшей неожиданностью. Народ, его история, все, что они пережили и кем стали сегодня. Их послушали Мару, Домингес, Кукулькан, радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить. Сюда. Фу. Ну и вонь. Вот про это место Эцли и говорил.